Вот зачем ты избегаешь? Ну, потому что я хочу гулять. Я понимаю, школа на носу. Я понимаю, нужно оценки получить. Я понимаю, конец первой четверти уже скоро. Я понимаю. Ну, иди уроки. Да нафиг, ты чё так? Господи, чё так? Чё там? Ну, господи, нафиг. Я бы мог, конечно, топорик забрать. Ну, ладно, так. Всё, я беру тут... Я беру предметики, всё. Песок. Всё, я взял математику, в которой ничего нету, да? Всё, батё... Ты зачем у меня один монитор забрал? Вот козёл. Так, тут уже нашёл песок. Так. Всё, действуем. Я вообще крутой. Я нашёл уже первый пароль. Да. Так, господи, блин, добавить. Так, он забрал у меня один монитор. Я заберу этот монитор. Так, я тут уже в начале. Так, что там? У Бобика ничего, и Бобика самого нету. Где Бобик? Куда он его дел? Так, вопрос, зачем мне этот железный топор? Так, я вижу пару. Стоп. Он нафиг мой монитор использует? Ах ты, козёл. Ну, хорошо. Хорошо. Так, осматриваем. О, опять я нашёл порох. Ладно. Так, ой, что там? Так, палка опять. Так. Закрою. Так. Один вот как раз. Так, 12, 0, 8, 12. Отлично, еще палка. Зачем мне эта палка? Господи. А, хорошо. У нас все собрала. Зачем? Да. А может я у него ноутбук заберу, а? Ладно, не буду. Есть? Тут ничего нету. Так, ладно, потом сейчас машину... О, потом откроем. Так. Потом все открою. Ой, щеку-то. Господи. Так, здесь какахи. Так. Здесь раскопано. Здесь это. Так. Ладно, погнали к машине. Погнали. Опа, я что-то там вижу. Что-то придаю. Ключ. Он сейчас выйдет, ё-моё. Тихо. Он сейчас выйдет. Сейчас. Ребят, машину я потом открою. Я быстро. Вот так. Так, рецепт пельмени. Да. Что-то. Так, пароль. Пароль забираем. Так, для начала смотрим комнату. Так. Монитора нету. Он его забрал. Так, ничего нету. Так. Пароль номер 2. Так, это 17015. Так, открывайся. Так. Монитор забрали, хорошо. Я же говорю, ребят, что я монитор заберу. Я забрал монитор. Так, все, монитор мы забрали. Так, теперь на диванчик. Да, батюшки, на диванчик. У меня уже есть два ключа. Это уже прекрасно. Так, пойду полью цветы. Вот, кайф. Так, как раз сейчас мама уйдет поливать цветы. Отлично. Сейчас быстро. Я, кстати, не нашел еще ключ от бани. Капец. Кстати, капец много стало предметов в этом клубе. Раньше столько не было. Мясо забираем. Опа. Ничего нет. Круто. Так, все, я получил. Все, кухня исследована. Все, запоминаем. Кухня исследована. Больше мы тут ничего не найдем. Так. Так, ключ от ванны, пока там маман что-то делал, я быстро возьму ключ от ванны. Личный песок забираем. Так, тут что-нибудь есть? Ну, хорошо, так, тут... Нет, тут, в принципе, не было прям чего-то полез... А где песок? А, вот песок. Так, теперь мне остался только... Так, это, получается, рычаг убираем, остался только ключ от машины. Так, о, палка, прекрасно, спасибо. Так, тут опять ничего нету. Так, пойду дальше к этому. Отлично, маман, господи. Вот эта серия 100% будет идти 5 минут. Я задолбался монтировать полчасовые серии. Ну, я ушла. Так,
Ключ от бани. Прекрасно. Так, так, кстати, а мне нужно мясо вообще пережаривать? О! О! А я не могу понять, а чё так много предметов, и мне так везёт? Я не понимаю, я реально не понимаю. Батя так настолько плохо прячутся эти предметы. Ой, пойду на балкон, свежего воздуха подышу. Да иди подыши. Так, ключ от кладовки, ключ от кладовки, ключ от кладовки. Так, 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 вот опять. Железный слиток, кирочка. Так, сейчас, подожди. Так, господи, а тут, кстати, что? Ой, подожди, что-то есть? Ничего нет. Так, так, господи! Так, забирайся. Да, да, мать, надо забрать кирку. Так, а тут опять? Сломайте плиту и установите динамит. То есть мне, наверное, вот этим нужно сломать? Ну, скорее всего, я просто не знаю. Ладно, пока... Не, я пока ломать не буду. Пока я ломать не буду, что-то я боюсь сейчас. А зачем мне железо? А, кстати, ой, я забыл. Я забыл скрафтить вот это вот. Так, все, можем. Ой. Ой. Так, хорошо. Так, а мне вообще реально был смысл что-то вот пережаривать или что? Батёчек стоит. Так. Куда мне бежать дальше? Может, я что-то не следовал? Что-то я и не следовал, скорее всего. Так. А зачем мне... Так, батя. Отлично, так. Так, может, что-то у тебя есть? Ну, я хотя бы проверял. Господи, как я... О, кстати! Так, хопа, все поставили. Так, тут... Хорошо. Так. Куда идти дальше? Я не знаю. Я честно не знаю, куда идти. Может, я до конца что-то не исследовал здесь. Я вроде все посмотрел. Тут я вроде все посмотрел. Ну, блин, мне для динамита не хватает еще пару пороха и пару этого песка. Так, если батя наконец-то лестницу нормально сделал. А что мне делать тут? Что делать реально? И дальше что делать? Зачем мне вообще железный слиток этот? Так. Думаем. Надо думать, я не знаю, что мне делать. Так, там вроде ничего такого нету. О, подожди. Так, здесь точно? Тут точно... А, это труба, господи, это труба. Пацанов, труба. Так, думаем. Я не знаю. Что я мог упустить? Я просто не понимаю. А, господи, подожди. Так, я забыл про булыжник. У меня же кирка есть, господи. У меня же есть кирка. Я забыл об этом. О, лопата. Отлично. Вот, я забыл совсем про эту штуку. Хорошо. Так, раскапываем тут все. Раскапываем. О, нашел ключ от подвала. Вот счастье нафиг. Спасибо. Вот, наконец-то продвижение какое-то пошло. То я уже не понимал, что делать. Я забыл, что у меня кирка есть, и она может сломать булыжник, господи. Хопа. Все, батюка вроде нету. Надеюсь, батючек сейчас не спустится. Так, я помню. Не, пока я туда спускаться что-то боюсь. Так, о! Нашел. Прекрасно. Этим мы и сломаем. Так, мы тут ломаем таблички. Таблички. Ищем этот ключ, и он, скорее всего, находится там. Кто вот... Так. Значит, где-то есть, значит, ключ. Но где этот ключ? Я без понятия, где он может быть. Так. Хорошо. Все, погнали на чердак.
Погнали на чердак, погнали на чердак. Хорошо. Опа, отлично. Все. Так. Хоп. Главное. Ломаем. Хопа. Так, надеюсь, сейчас батя никуда не пойдет, потому что он меня спалит, и мне будет чердак. Ну, в прямом смысле этого слова. Главное, аккуратно. Так, забираем ключик. Так. Пойду про... Я вот здесь вот был, вот, я вот здесь вот был. Я вот здесь вот был, батя. Ты думал, что вы батя тупой, да не ты нафиг! Господи! Какой-то помогите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, помогите! Иди нафиг, батя! Господи, помогите! Батя, спокойно, батёчек, успокойся только. Прячемся. Куда попрятаться, господи? Так, там, господи, куда прятаться? Куда мне прятаться нафиг? Куда делся? Да куда мне прятаться, господи? Так, вот сюда. Тихо. Сидим здесь. Тихо, господи. Я вроде свалил, но я не знаю. Как я вас ненавижу. Вот ты, маман, почему ты поднялась тогда, когда я нафиг... Что ты, батя, что ты? Где ты? Что на этот раз? Какое наказание? Если бы... Да, что ты бегаешь туда-сюда? Что? Куда? Какое наказание? Приберись в шкафу. Господи, тут все прибрано. Ладно, хорошо, сейчас... Господи, да не закрывай ты это! Открой мне нафиг! Открой мне. Так, ну что тут прибрано? Да не бей ты меня нафиг! Дай мне прибраться! Ой, так уберу я вот это. Господи, как вы мне бесите? Так, сейчас я приберу здесь. Вот ты, мама, не вовремя. Она зашла тогда? Быстро уроки учите. Так все. Все, я скоро сбегу. Да еще раз меня ударишь, я тебя ударю. Ушла, хорошо. Так, берем ключики, берем. Опа, все, спускаемся. Я, наверное, закроюсь. Опа. Он чихает, 100%. Конечно, меня не пугать. Так. Главное аккуратно. Мало ли здесь что-то, но мало ли здесь какая-то ловушка. Порох нашелся. Так. Песок, отлично. Подожди, так все. По логике все, мне все хватает. Так. Так. Так, может, что есть? Еще нету. Стопы. Не, я, наверное, сюда не должен был пробираться. Здесь, наверное, лучше не буду. Так, пойду в подвал за бан... Куда? Я не понял, да господи, что ты не понял? Почему? Я тебя просто, батя, ненавижу. Господи, куда прятаться мне? Страшно. Ничего. Все, я закрылся. Что открою, ничего страшного. Динамит.
Динамит, динамит. Не хватает одного пороха! Я думал, все, мне хватит. Ой. Кстати, я раскопаю вот это место, я посмотрю. Может, тут что-нибудь есть? Нет, тут ничего нету. Так, все, батёчек сидит, смотрит телевизор. Стоп, он забыл закрыть подвал. Ой, он забыл. Зато не надо ничего открывать мне, и вообще мне кайфово. Так, 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 где можно находиться? Где? Где, 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 где? Нету, тут нету, тут нету. Так. Так, так, пожалуйста, 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 еще, пожалуйста, пожалуйста, дайте что. Подожди, а кремень, а чего, он нам нужен? Я, кажется, понял! Скорее всего, с помощью этого я могу скрафтить зажигалку. Ну, я не знаю, что еще предложить. Скорее всего, мне надо было скрафтить зажигалку. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. В этой комнате что-то... Я прошлую серию, да, ломал. Но что-то на этот раз я как-то... Ну, хотя там же ничего не было. Смысл ломать есть или нет? Хорошо. Так, так, так. А куда теперь? Ой, ой, точно. Только попробуй сказать, что ты идешь меня проверять. Скажешь это? А, ладно, хорошо. Так, о. Спасибо. Думаю, сейчас самое время сказать это Сине. Все, все. Я сижу здесь, батя. Сын, что? Батя, я сидел все это время здесь. Что? Что? Что ты хочешь мне рассказать? Ну, и что? Ну, стул, да, ты взял стул, и что с этого? Поговорим? Ты вот, наверное, интересуешься, где Бобик? Да, я интересуюсь, где Бобик. Где Бобик, а? Отвечаю быстро, ты живодер. Он ведь в прошлой серии Бобика затащил в подвал. Так это... Если ты считаешь, что он сдох, я не поверю. Я не поверю, что если он сдох. Я не поверю. Но я не поверю, батя. К нам гость. Какие нафиг гости забрали его? Какие нафиг гости? Ты его в прошлой серии затаскивал в подвал. Ты же не против? 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 Я против этого. Ну, даже если это так, я против. Возвращайте мне Бобик. Это Бобик наш. Наш Бобик, с которым я уже сдружился. Ну, все пипец. Мы его там украли. Его там цыганам уже, наверное, отдали. О, господи. Господи. Хочешь нового питомца с этим? Да, давай. Ну, может собаку? Или кошку? Или попугая? Или кого? Только не кота. Какого хочешь? Ну, ладно, давай кота. Кота? А давай кота. Не, ну а чё? Собака, 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 собака. Давай кота на этот раз. Не, ну а чё? Будет у меня тут в комнате сидеть, будет меня успокаивать. Кота хочешь? Да, да, хочу кота. Давай. Да, иди вон в зоопарк. Я с мамой поговорю. Да, поговори с ней, ага. Решил. Все, вот забирай вот это все. Все, забирай это, а я буду учить уроки. Отлично, мы свалили. Мы очень отлично свалили. Так. Не, сюда я спускаться не буду, там какие-то электричества. Я не хочу, как в прошлом сезоне. Долбанулся только. Может, я, кстати, что-то в ванне не досмотрела. Я реально не понимаю. А что дальше делать? Что делать дальше? То есть... Ну-ка там. Ладно, давайте сломаем. Ага. Я надеюсь, я ничего же там не активировал.
Так, 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 так. Сколько вот ты рисовал? Так, 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 так. А, господи, как? Нет, никак не скратить этот динамик. Не хватает последнего пороха. Где он может находиться? Ладно, пойдемте. Пофиг на эту кладовку, ничего страшного не случится. Пойдемте еще раз посмотрим в подвале. Еще раз посмотрим в подвале. Может, там он будет. Не знаю. Опа. Опа. О. А, господи. Так, что делать дальше? Батя идет отливать. Батя идет сейчас отливать. Кладовка. Пожалуйста, скажи, что ты... Пожалуйста. О, подожди-ка. Чего нет? Да? Закроем, сдам батю. Хотя, может, он откроет ее. Даже батю, он все умеет. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Чуть, пожалуйста, пожалуйста. Что делаешь? Что делать дальше? А я открывал? А я открывал? А, да, я открывал. Я открывал. Так, так, так. Может, может, еще на черлаке не досмотрел. Вроде все. А, я не понимаю. Я, кстати, забыл. А я смотрел задние шкафчики. Подожди, а я смотрел их? Нашел песок. Я не смотрел их. Серьезно? И пипец, спасибо, ага. Порох. Спасибо. Порох. Но я нашел песок, но пороха нету. Круто! А как я буду красить? А, господи, мне не нужен, мне нужен порох, я не понимаю. Я, ну, просто тупляю, реально, но мне нужно 5 пороха, мне не нужен этот песок, я не понимаю. Где, 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 где может находить? Нет, я просто выхожу и подумал, может, я что-то здесь, может, как-то не досмотрел. И реально? Хотя я даже не догадывался, что... Как я ненавижу эту скобу и нафиг. Почему? Ну, ладно, хорошо. Открываем. И, наконец, пожалуйста. Так. Подожди, сейчас включу погромче. Сейчас, тихо. И мне, типа, поджечь его надо? Ну, я поставил динамит, и чё, типа? А, чё-то появилось? Чё-то открыло? А может, мне этот динамит вообще поджечь надо? Или как? Подожди, давайте спустимся в подвал. Может, в подвале что-то? Ну, я реально не знаю. Нет, ничего нет. Чё-то я немножко не вдупляю. Мне теперь нужно его поджечь? Или чё? Не, ну типа какой еще вариант? Я поставил этот динамит. И чё типа дальше? Типа если я его поджигу, он что-то взорвётся. И то есть он взорвёт вот эту тоже область. Чё-то я боюсь. Что-то мне страшно. Ой, нафиг. Ой, нафиг. Ой, нафиг! Ядрён батон. Подожди, я... Что за шум? Ой, нафиг. Ой, нафиг. Ой, нафиг. Ой, нафиг. Быстрей. Выкапывайся, выкапывайся. А, нафиг. Я взорвал нафиг! Все! Я взорвал нафиг! Все! Галя! Ой-ой-ой, нафиг, нафиг! На. Так. Ну, мне надо же было поджечь. Я поджег. Только жалко, что не все взорвалось. Ну ладно, все, ребят. Всем удачи, всем пока. Ссылка на мой телеграм в описании. Там вся информация.